цвет, зеленый цвет, мама проезжает. Ту-ту-ту, как паровозик. Привет, всем, мисс Эбби, сегодня будем открывать вот такой вот Лего с Машей. Да, конструктор с Машей. Здесь вот Маша, паровозик ездит по рельсам, деревья. Сейчас мы откроем, все соберем и вам покажем. Так. Достаем. О, это железная дорога. Большая такая. Слушай. Ой. Бери. Это... Ой, не бросай, паровозик. А вот Маша. Смотрите, какая Маша. Сейчас мы ее откроем и вам покажем. Сначала вот это. Еще вот есть паровозик. Вот здесь есть такая инструкция. Сейчас мы будем собирать и вам показывать. Открываем Машу для начала. Очень интересно мне посмотреть, да? Сейчас у меня есть ножнички для того, чтобы было нам удобнее. Вот какая Маша. Дай. Покажи всем, какая у нас Маша. И давай будем дальше собирать. Так, значит, вот в инструкции нарисовано, какие бывают серии. Вот маленький домик Миши, большой, железная дорога, детская площадка. Маша с кухни. Еще вот по мелочи немножко. Огородик, сад. Разные у нас наборчик. Вот такой вот железная дорога на 32 детальки. Давай. Так, а инструкции нет. Надо, наверное, просто смотреть на картинку и собирать. И вот эта инструкция. А, нет, это еще наклеечки здесь идут. Вот деревья. Давай откроем вот это. Давай, вот это. Давай, наверное, сначала железную дорогу соберем, чтобы было паровозик где ехать. Маша. Держи. Надо их... А, так сами с собой скрепляются. Вот так вот, смотрите. Оп. Смотри, датечка, видишь, как она скрепляется? Не, котенок, это вверх ногами. Переверни. Вот так вот. А, нет, стоп, это значит не так. Поворот какой-то. Вот так вот. Она же по кругу должна ездить. Значит, надо по кругу. Слушайте, да, она, наверное, не поместится, как у меня там в столе. Давайте, наверное, на пол пересадим. Вот, мы уже почти собрали железную дорогу. Осталось немножко. Нет, Дуся, эта запчасть, наверное, отсюда. Она же должна по кругу. Должен у нас быть замкнутый круг. Не, котенок, сюда. А то, видишь, дорога в сторону уходит. Солнышко, вот сюда надо, смотри. Чтобы она сюда чик-чик-чик и пришла. Другой стороной нужно поворачивать. Вот так, видишь? Вот еще две запчасти. Готово. Железная дорога готова. Вот. Теперь будем собирать паровоз. Вот на картинку будем подглядывать, как должно быть. Ага. Вот у нас два вагончика. Вот это... Объединяешь их. Нужно вот это нам еще собрать. Давай возьмем по одному, будем собирать. Возьмем один. Так, а чем оно должно быть впереди? Какой запчасти? Наверное, не важно. Вот это должно быть впереди. Смотри, вот такой вот нос у паровоза. Потом сверху вот такая вот пимпочка. Ты смотри вот на коробку. Так, плавим. Теперь вот это. Вот сюда вот это цепляй. Вот это? Нет, сначала вот это цепляй. Ты думаешь, крышу сначала? Давай сначала сюда прицепим. Вот этой дырочкой сюда? Нет, Люсечка, там как-то по-другому. Там вот так вот наперед ты делаешь. Вот так вот. Теперь крышу. Крыша съемная. Можно в паровозик посадить Машу. Ой, я не могу. И вот еще. А, вот тут вот такие вот защелочки есть. Вот. Сейчас как-то мы это сделаем. Так, раз, одна защелочка есть, вот и вторая. А вот это вот так поднимается теперь, видите? Сюда можно пассажиров сажать. Вот, например, Маша может быть машинистом у нас в паровозе. Может вести наш паровоз.
Так, теперь будем делать второй вагончик. У него тоже есть... А, у него два вот этих вот. А, вот они у тебя. Давай цепляй. Только смотри, они будут вот так вот друг за дружкой ехать. И поэтому вот этим пустым должно быть назад, чтобы, наверное, могли люди садиться в вагончики. Я не знаю, для чего. Вот эти. Вот, и две крыши. Вот так. Да. И две крыши, они тоже подъемные вот такие, чтобы туда сажать пассажиров. Секундочку дать, давай по очереди. Такой или красивый цвет, садить. Приятный. Или ее садить. Да, Маша может кататься как пассажир, может быть машинистом, а может даже, я вам расскажу по секрету, как на картинке поднимать шлагбаум, чтобы пропускать паровозик. Вот, эта крыша готова. А еще где наш шлагбаум? Посмотри на картинке, как выглядит шлагбаум. Красиво очень. Красиво выглядит? Да. Вот найди ее теперь. Красиво. Точно, вот такая вот красненькая, с беленьким. Так, трудно одеваются эти крыши, но зато потом... Ага, и мешают они друг другу открываться. Значит, одна в одну сторону должна смотреть, а другая в другую. Вот так вот. Мама. И вот так вот мы объединили. Смотрим. О, я собрала шлагбаум. А мы собрали вот такой вот вагончик. Вот такой открывается. Но здесь нужно такие штучки. Сейчас. Нет, там нет никаких штучек. Смотри-ка, это у нас светофор. Давай, собирай светофор и приклеим еще наклеечки. Смотри-ка, наклеечки. Давай сначала все соберем, а потом все приклеим. Так, шлагбаум, шлагбаум. А, вот так вот он собирается. Вот сюда нужно попасть. А вот сверху оно защелкивается. Надо быть сильным. Видишь, я тебе говорила, да ешь борщ. Были бы силы у нас. Вот, и вот так Маша будет поднимать шлагбаум. Чик-чик. Вот здесь вот поставим шлагбаум. Так, паровозик, собственно, уже тоже готов. Можем его ставить на рельсы. Мам. Соединили вагончики. Наверное, цепляются как-то. Так, мы еще не собрали дерево с тобой. Вот еще дерево надо собрать. Я собираю. Собери, пожалуйста. Так. Куда вот это вот? А, вот это на шлагбаум крепится. Наклеечка такая бело-красная. Все как в настоящем мире. Сейчас мы приклеим эту полосочку, пока Ева дерево собирает. Ты вот на картинку смотри, как быть. Не могу. Не можешь? Значит, ты что-то делаешь не так. Посмотри на картинку, как надо. Вот, с одной стороны мы приклеили, с другой стороны приклеим. Это на этот. Не получается? Надо попасть вот туда аккуратненько в дырочку. Ну давай, стой вот сюда чуть-чуть глубже. Ровненько. Ой, ровненько надо, ровненько. Вот, готово. Шлагбаум как настоящий. Так, дерево у нас не получается, да? Давай посмотрим. Ну, конечно, здесь без помощи взрослых не обойтись. Вот, собрали мы дерево. Теперь сюда надо наклеечки прицепить на дерево. С двух сторон даже. Ты хочешь сама цеплять? Вот. Давай, справишься. Ну, ровненько, ровненько. Давай сначала вот здесь вот прицепим сверху, приклеим, а потом просто расправим. Бери, расправляй. Вот. Теперь вторую наклеечку. Надо это, наверное, пока снять. Одну из них снимем, это будет мешать. Давай. Давай опять снова сверху приклеим немножко. Чтобы ровненько все было. Давайте помогу. Ну, кривенько, точечка. Ой, сейчас приклеится и уже не оторвем. Или испортим. Давай, наверное, мама тебе поможет. Уже все равно немножечко мы порвали. Вот, практически спасли. Теперь давай с этой стороны. Подожди, может, деревья не доклеили? Листья. Давайте помогу с наклеечками, чтобы было все ровненько и красивенько.
Оп, и второе дерево. Яблоко. Только осторожно. Мама, я не могу. Смотри, сначала нужно вот так вот приклеить в одной точке, а потом расправить все остальное. Молодец. Цепляем обратно дерево. Как настоящее, с листьями, не могу. Красивое. Обойти без взрослых не так уж. Не так уж просто без взрослых, да? Да. Вот ставим наше дерево по центру. Что еще? Светофор, светофор. Где наш светофор? Это одинаковые две детальки? Вот такой у нас светофор. Клей к нему наклеечку. Вот смотри, как на этом, на картинке. А на дороге, где самый едет машина, вот. Там еще желтый на дороге, так. А здесь нет. Вот так. На железной дороге только красный и зеленый. Ровненько приклей. Так, собираем все обратно. Все мы собрали? Все собрали, все наклеили. Еще. И вот, собственно, готово. Еще. Нет, котик, все уже закончилось. Смотри, у нас все точно так же, как на картинке получилось. Вот посмотри. Еще. Вот еще. Нет, котенок, там уже пусто. Мы их уже оторвали и приклеили. Смотри, у нас получилось как на картинке. Видишь, как классно? Давай поиграем. Ты ж будешь паровозиком или будешь шлагбаум открывать? Шлагбаум, смотри, как он открывается. Тебе покажу. Вот так поднимаешь палочку. Проезжайте, пожалуйста. Так пускай шлагбаум будет открыт, паровозик же будет ехать. Маша будет машинистом или пассажиром? А давай Маша будет машинистом, а Козочка и Свинка будут пассажирами. Маша будет. А кто будет машинистом? Свинка. А котик будет сидеть свое место. А где его место? Вот. Да? Ну давай, кого мы сюда сажаем? Свинку. А сюда? Козочку. Козочку. Закрываем. Ну, Маша будет выглядывать из окошка. Ей хочется выглядывать. И все, можно ехать. Едь по железной дороге. Ух ты! Какой классный конструктор. Классный цвет. Зеленый цвет. Можно проезжать. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Как паровозик делаешь? Ту-ту. Ой, мы съехали с рельс. Надо аккуратно ехать, чтобы с рельс не съезжать. Все. Все, приехали? Да. Отлично. Очень хорошего качества конструктор. Такой добротный. Правда, шевелятся сами рельсы почему-то, двигаются. Понравилось? До новых встреч. Пока-пока. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Чин-чин-чин-чин.